Поздравления космического масштаба. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили нижегородцев с 800-летием города с борта Международной космической станции. Недавно к МКС отправилась ракета-носитель «Союз-2-1» с грузовым кораблем «Прогресс», корпус которого был украшен хохламской росписью. Корабль доставил на орбиту почти 1500 тонн оборудования и материалов, а также символ 800-летия Нижнего Новгорода – олененка Нина. В ответ члены экипажа МКС записали видеообращение и отправили его на Землю, точнее, в Нижний Новгород. В послании космонавты отметили, что Нижегородская земля славится своей природной красотой, великими реками, ландшафтом и великолепными закатами. Нижний Новгород – это город, в котором удивительным образом сочетаются классическое искусство и современный стрит-арт, энергия мегаполиса и уют регионального города. Отметили космонавты и то, что нижегородцы всегда верно стояли на страже Отечества. Ваш город всегда был опорой страны. В 17 веке Нижегородское ополчение спасло Россию от интервентов. В 19 веке Нижний был ключевым торговым центром страны. Сегодня Нижний динамично развивается. Желаем, чтобы 800-летие стало для города началом новых позитивных изменений.